В Лиманском районе врачи обнаружили у 2-летнего ребенка многочисленные травмы на теле и голове, гематомы и сломанные ребра. Примерно 2 недели назад на теле мальчика появились синяки. Сначала мать пыталась вылечить малыша самостоятельно, но 8 июля мальчику стало хуже, начались судороги, после чего женщина позвонила в скорую. Медики вызвали полицию. В настоящее время проводится проверка, опрашиваются всевозможные свидетели. В настоящее время допрошены все родные ребенка. Установлено, что мать с отцом проживают отдельно. У матери есть еще один малолетний ребенок в возрасте 5 лет. Женщина проживает со своим сожителем в одном из сел Лиманского района. Родители малыша разошлись. Сейчас мать живет с другим мужчиной. Родной отец уверяет, что ребенка избивал отчим. Мама же утверждает, что травму ребенок получил при падении с собачьей будки. Хотя до этого предполагала, что ребенка избил родной отец. Отчим рассказывает, что родной отец мальчика был агрессивным и часто выпивал. Также неоднократно кодировался, ну а затем снова срывался. И неоднократно видел, как он просто был агрессивный в сторону неї. Постоянно він завжди казав, що приб'є її, уб'є її туди-сюди, що вона для нього буде сурогатною матір'ю і 5-10. Вона буде родити йому дітей до тих пор, поки скільки він скаже. Сейчас состояние мальчика тяжелое, он находится в реанимации детской областной больницы. Состояние мальчика тяжелое, ему произведена компьютерная томография головного мозга, рентгенограмма грудной клетки, ну и все остальные лабораторные исследования, которые необходимы. Состояние его стабильное, вот на данный момент, ну, сложно сказать, угроза жизни, конечно, есть по характеру заболевания его, но он стабилен, состояние стабильное. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, социальные службы проверяют условия проживания семьи.